Мы приехали за кружком, за щучкой, может быть, жерешок, там, не знаю, головчик. Мы находимся за островом. Остров Северный, это за базой Левада. Я сейчас нахожусь в воде полностью. Лодка у меня находится просто в свободном, как говорится, не дрейфе. Я ее заякорил. Вот. А здесь везде вода и мелко. Там мель, косы, ямки. Будем пытаться сейчас ловить. Буду сейчас пытаться ловить, ну, какими-то воблерочками. Короче, просто в удовольствии проведем время лайтовыми палочками. Первую палочку я попробую сейчас парадокс от Nautilus. Я ее взял на тест на выставке. Мне очень понравилась стерлинговая палка. Несколько кастинговых палочек. Вот. И, короче, 7,28 в размере 2,40. И катушечка тоже от Nautilus. Как же называется? Aviar 2500. Ракетку я не взял, к сожалению. Не думал, что такие условия будут. Но я думаю, буду справляться. Так. Что у нас в нашей сумке? Нам нужны какие-то некрупные приманки. Так, это пока пусть здесь лежит. Я поставлю головлину тематику. Головлину на куневую, скажем так. Пока попробую рапова. Вот так цвет подобрать. Это типа чабиков они сделали. Так, у меня диповый только такой цвет, что... другой сумочки. Ну, попробуем такой темненький под малючка. А, так, наверное, все-таки для такого маленького, для такой маленькой приманки возьму вторую палочку. Вторая палочка от Акума, Guide Select. Так, мне до ней дойти бы. Guide Select Drop Shot. Компания Акума. Это уже 7,21. Она чуть-чуть понежнее, помягче. В размере 2,35. Катушка тоже от Акума. Это Цеймар HD. Так. Будем, короче, кайфовать. Будем сейчас пробовать разные приманки. Просто ловить удовольствие. Тем более, когда жарко, по колено в воде стоять, это же кайф. Итак, делаем первый заброс. 7,21, а летит довольно-таки далеко. Я думаю, если здесь в тишине постоять, ну, окунь сильно не боится. А вот головчик, вон где-то плещет за спиной. Сейчас мы, я думаю, что-нибудь поймаем. Тем более, я нахожусь в воде. Идет, Валер, да? Ну вот там у братана за вертушкой кушок идет. Значит, сейчас мы на ублерочке цапнем. Вот он, есть! Первая моя рыбка на лайт. Полосатик замечательный. На раполовский вот такой уберочек. Он сам как кушок. Класс. 7,21 окидает неплохо. Для малых рек самое оно. Нравится мне эта серия дропшот. Ей можно и микроджигом ловить, и лайтом. То есть и по головлю, и по окуню.
Да что, даже по какому-нибудь там, не знаю, и судачку в определенных условиях. Короче, универсальная палка по любому хищнику, даже по форели. Она вроде так 7,21. Ну, на самом деле она даже больше, наверное, где-то до 15 грамм. То есть я так думаю, что производители сделали, ну, как бы запас прочности. Вообще серия Guide Select, она такая, как бы это, ну, с хорошим запасом прочности. Так, попробуем равномерочку. Так мне и не тянет на равномерочку. Все бы не подсвечивать. Так, там прям такой островочек, вот он по нему стучит, 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 стучит. Раз, в ямочку ушел. Паузуем, попробуем. Так, все вечерки я здесь буду проводить. Я реально стою по самой неболысе в воде. Подо мной песок. Прям такой, блин, офигенный. Крупный такой песок. Никогда, говорю, не думал, что здесь песчаное дно. Думал, здесь какой-то илистый там. А здесь прям вообще тут купаться можно. Блин, прям ногам приятно. Где мой кокунь-то? Желтенький с красным. Думаю, окушку понравится. Как-то он не жадно берет. Вот он прям под лодкой взял. Ямку переплыть надо. Где тут у них окошки были крупные? О, еще ямка. Ух ты.
ты, ёптыть. Вернись, вернись, ёптыть. С рыбного места уехали сходу прям, здесь поглубже. Да, и окна здесь крупнее. Блин, без ракетки тяжко. Я передвигаюсь по воде в поисках разнообразного хищника. Так, я взял палку Nautilus Turteza, катушка Nautilus Aviar 2500 и раполовский блерок Шадрап 07. Я думаю, может понравиться и жереху, и щучке, может даже окушку. Воблер имеет как свою игру, такую как бы вот небольшую, но имеет. У нее маленькая лопатка. И он интересно подтвичивается. Сейчас бросаю им. А потом, может быть, оставлю что-то другое. У нас пасмурно уже второй день. Вчера дождище был сильный. Кушок там гоняет вдоль берега, но он маленький. Периодически всплески большие, или жерех, или щука, может, судак. Щучка. Так, здесь нужен будет подсак. Или жерех. Жерех. Ой.
Ну, глотни ты уже воздуха. Глотну. Заходи. Извини. Уже пофигу. Это вам в одежде хреново. А мне уже все равно. Что-то пошло не так. Ой, блин, хорошо он тепленький, а? Зато мыться не надо. Ой. Типа ворота открыты. Вот это мы попали.